приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы записать видеоотчет. На данный момент находимся мы с товарищем в Зыбино, Московской области, если не ошибаюсь. Лопастня река, еще в координат посмотрю. Поставил я кружки, сегодня с собой взял. Попробовать на кружки половить, что получится, не получится. Говорят, здесь очень хищника. Довольно-таки прилично. Ну, соответственно, взял я на щучку. Наловил с утра, мне повезло живцом. Живец, правда, один только окунь. Ну, хороших размеров такой. Покрупнее, конечно, чем на оке. Ну, для кружков это нормально будет. Вон он у меня один накоренился. Кружок, что-то непонятное с ним происходит. Но сейчас закончу съемку, подплыву, посмотрю. Погода стоит хорошая, мягкая, весенняя. До этого шли 2 дня дожди. Вот. Взял я с собой еще спиннинг покидать. Вот сегодня, как ни странно, дождей нету. Вот, тьфу-тьфу. Хорошо. Народ довольно-таки приличный. И что самое удивительное, на этом водоеме ловят вот сейчас, какое число, наверное, 8 октября. До сих пор продолжают ловить на донке.